Итак, следующий матч один на один по экстремальным правилам. Встречайте первого участника, Руслан Агела Ангелов. Огромнейший салют, друзья! Итак, это кросс-фактор. И вы дождались, я знаю, вы ждали этот матч. Матч по экстремальным правилам. Прямо сейчас мы, комментаторы на W, Джеки, это я, мой коллега Руслан Фадеев, будем смотреть на это жесткое противостояние. Вот он наш боец, это Акела, это представитель NSW, это сердце NSW. Сегодня он будет драться с настоящим безумцем, с очень несвойственным для Акелы матче. Да, друзья, всем привет. Сегодня на шоу у нас уже был экстрим. Алексей Хитрых и Дай Ян Санчес просто поубивали друг друга в первом матче шоу. Но экстрим продолжается. Сейчас мы увидим еще один матч без дисквалификации. Руслан Акела Ангелов против Александра Набиева, профессора хардкора. Это должно быть очень жестко. Я даже не знаю, что еще добавить. Просто ждем Александра и начинаем. Его оппонент Александр Набиев. Ну, я вижу, что Набиев подготовился. Да, это точно принес с собой много инвентаря. Дождались мы Александра в экстремальном матче и дождался он сам, потому что изначально он хотел встречаться с Акелой в матче без правил. Он хотел максимально покалечить своего соперника. И уже на прошлом шоу, на новогоднем шторме, он припас множество экстремальных штучек и в итоге ударил Акелу вот этим вот дорожным знаком, что привело к дисквалификации. И наконец-то Виктор Кокалин, наш новый генеральный менеджер, назначил им матч без дисквалификации, где Набиев может проявить себя на все 100%, проявить свою жестокую натуру. Изначально, конечно, было странно давать обычный матч профессору хардкора, вот, но наконец-то все стало на свои места, и теперь уже Набиев просто как рыба в воде себя чувствует, а Акела, я даже не знаю, как он себя сейчас чувствует вот в таких вот условиях. Сейчас будем смотреть. Пока что Акела владеет инициативой. Да, для Акела это действительно нестандартные условия. Я вот честно вспоминал и не могу вспомнить, когда Акела участвовал в каких-то экстремальных матчах. Может быть, что-то и было, но как-то не отложилось в голове. И Акела все-таки у нас мастер именно стандартного классического рестлинга. И ему придется как-то навязывать свою тактику, свой стиль ведения боя сопернику. Так, сейчас Набиев за пределами ринга. Хорошая позиция для Акелы. Отпрыгивает от канатов. Отличный прыжок. Хорошо начинает Акела. Ну-ка, подержите. Вообще, за кого здесь болеть собрались, а? На арене на заводе. Акелу нужно поддерживать. Ну, хотя, если вы хотите поддерживать Александра Набиева, никто вам не скажет. Да, рестлинг он такой. Каждый выбирает себе кумиров самостоятельно. Акела снова пытается использовать канаты. Отличная попытка 450 Splash. Но не проходит. Набиев поворачивается. Мне кажется, вот такими вот приемами, такой тактикой и нужно действовать сейчас Акеле. Ну, попадается на Falcon Arrow от Александра Набиева. Вот есть на самом деле много людей, которые говорят, что вот Набиев, он кроме хардкора ничего не умеет. Вообще не так, друзья. Вот в новогодний шторм мы смотрели, достаточно хорошо получалось, без всяких даже игрушек. Набиева сейчас отличный прием.
провел. Мне кажется, что если бы Александр был бы немножко поспокойнее, я думаю, он бы и в нормальных обычных матчах тоже многого бы добился. Да, действительно так. Я, конечно, немного далек от ультра-вайленс матчей, но я считаю, что даже в таком стиле нельзя добиться какого-то каких-то больших успехов без классической базы рестлинга, потому что без нее ну просто никуда. И вот сейчас Набиев как раз демонстрирует эти классические достаточно броски и приемы. Да, хорошо получается у Александра Набиева, но все, поигрались и хватит, говорит Александр Набиев. И так, строит он, начинает строить какие-то тут конструкции. Да, в матче Алексея Хитрых и Да Янг Санчеза мы уже видели немало таких опасных конструкций. Именно они и принесли победу Алексею Хитрых. Он стал новым экстремальным чемпионом NWW. Здесь на кону ничего не стоит, но по ощущениям этот матч значит для соперников едва ли не больше. Так, кусок фанеры между этих стульев фиксирует Александр Набиев. Да, что-то похожее мы как раз видели в открывающем матче сегодняшнего шоу. После этого опасного приема с канатов от Хитрых матч закончился. Так, как кил! Ну да, я согласен на самом деле с Александром. Вот то же самое было на новогоднем шторме Suicide Dive, который был встречен ударом очень жестким от Набиева. Тогда плохо все закончилось для Акелы, и сейчас тоже он потерял инициативу, и как бы сейчас не прилетел Набиев прямо на Акелу, но нет, вовремя Акела восстановился. Да, идет борьба на опроне, отличный кик от нашего Руслана. И все очень похоже, что идет к опасному приему. Так, разбег от Александра Набиева сейчас. Акел, я уже думал, полетит вот в эту конструкцию, но нет, контратака Акел и снова каната получа. Классический кик от канатов в исполнении Акел, он выходит на удержание, раз, два, нет. Только два, но, конечно, видно, что Акела очень старается. И Акела, по-моему, сам пока что не пользовался ничем. Он ну, как бы пользуется только своими умениями и своим телом. Да, ну, он в этом хорош. Он и без всяких этих штучек становился чемпионом NSW. И всегда был любим публикой за его стиль, который он придерживается. Но все-таки это матч по экстремальным правилам, поэтому не получится, я думаю, победить, не использовав вообще ничего. Это заведомо ты подставляешь сам себя. Ну посмотрим, может быть, у Акела есть какие-то принципы, которых он старается придерживаться. Но пока, конечно, да, все идет не в его пользу. В основном доминирует Набиев. А если он отправит Руслана еще вот в эту конструкцию, то все для него, конечно, закончится весьма плачевно. Так, дорожный знак уже летит на ринг. Судья еще чуть не получил стулом. Нерадивое, конечно, поведение Александра. Опасно. Опасный человек. По нему сразу видно, что он опасный человек. Не то, что против него выходить как-то боязно. Даже судить матч с его участием я бы лично, наверное, не решился. Так, у Набиева в руках стул, Акела вооружился дорожным знаком. Чье оружие окажется сильнее? Так, Акела отдаст вот дорожный знак и отличный дропкик, пока там заговорился. Александр Набиев получает он.
от Акилы. Так, 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 Акила видит, что это отличное положение для одного из его фирменных приемов. А так, что это он делает? Мунсоулт! С использованием стула, неплохо! О, ни хрена себе! И тут же Акела получает ответку стулом по голове. А ты видел, как прилетело по голове Акеле сейчас? Первая кровь! Видел. Это просто жесть. Я смотрю, там кровь пошла. Слишком много кальция у меня в крови, а так все зашибись. Да. Первая кровь, ну, это вообще не волнует Александра Набиева. Он еще и пошутить успевает. Жесткий удар по спине стулом. Да, чувствуется, что... Ай-яй-яй, как больно. Чувствуется, что Набиев попал в свою стихию. Это, похоже, кровь Акелы. Посмотри, у него уже весь лоб в крови. Еще один удар жесткий. Пытается как-то, не знаю, закрыть голову Акелы. Не получается. Просто шквал ударов стулом от Набиева. Да уж, я бы хотел уже сказать, чтобы остановить этот матч, но, блин, он по экстремальным правилам, все честно. Но уже немножко боязно за нашего народного чемпиона NSW. Так, выбрасывает все-таки Набиев своего соперника за пределы ринга. И что же дальше будет делать Александр? Так, что интересно, он задумал. С разворота стулом залепил Акеле. Я такого еще не видел, друзья. Ох, друзья, Акела сегодня еще выступает в этой белой майке, которая постепенно покрывается кровью. Это очень страшно смотрится. Так, и похоже, Александр Набиев все-таки хочет разбить эту конструкцию, проломить эту фанеру телом Акелы. Так, получай в ухо! Ицигирия! Акелы! Борьба на охране продолжается. Тот, кто улетит в эту конструкцию, вполне может проиграть сегодня. Набиев на плечах. Похоже, он и полетит! Да! Саманский дроп! Охренеть, друзья, конечно, это очень жестко. Акела все-таки смог перебороть Александра Набиева и самоанский дроп прямо в эту фанеру. Это, я думаю, очень больно даже такому, даже профессору хардкора, я думаю, больно. Да уж, очень экстремальное шоу у нас сегодня получается. И в очередной раз я поражаюсь тому, что при таком обилии экстрима на шоу мы лишились экстремального титула NSW. Все из-за шамана. Руслан, не сыпь соль на рану, пожалуйста. Оу, фирменный прием. Дабл футстомп от Акелы. Ну давай, Акела, быстрее удерживай его. Раз, два, ты не. Ох, каким-то чудом Набиев вырывается. Ну, конечно, мы знаем, что он обладает огромным опытом выступления в подобных жесточайших матчах. Сколько литров крови он пролил за свою карьеру, это просто не сосчитать. Поэтому его удержать будет очень непросто. Акела до сих пор ничего не использовал. Он как бы использует, как он кусает его, он его кусает! Какого хрена, а? На вкус как бывший чемпион NSW. Ужас какой. Акела до сих пор вот сам ничего не использовал. Он не ударил на пиво ни разу, как бы только приземлял его на что-то, но это не особо считается. Что странно для меня, да? Да уж, Набиев просто безумец. У Акелы были самые разные соперники, в том числе и иностранные рестлеры. Но такого человека у него в противниках еще не было. Как это пила? Это вот та самая пила, с которой постоянно ходит Александр Набиев. Блин, что он будет делать-то, а? Ой, мне страшно на это смотреть. Жесть какая. Ой-ой-ой. Останавливайте матч, ну что это такое? Все уже, хватит. Набиев сейчас просто готов был
улыбку Джокера нарисовать на лице Акелы, это, конечно, ужасно. Да. Мне кажется, нужно заканчивать этот матч, нужно его останавливать. Посмотрите, Акела весь в крови уже. Я просто вот не понимаю, кто сейчас чантит за Александра Набиева, просто какие-то кровожадные люди. Так, зачем там пошел Набиев? Что он еще хочет? Гранатомет сюда принести? Он тащит сюда какой-то стол. Набиев, похоже, всю мебель хочет переломать на арене NSW. Ну, я не знаю. Мне кажется, если бы сейчас Набиев, в принципе, удержал Акела, он бы мог победить. Но профессор хардкора захотел еще хардкора. Ну, Набиев же сразу говорил, что он хочет покалечить Акелу. Для него эта победа как бы гроша ломаного не стоит. Он и на новогоднем шторме, может быть, и мог победить его, но решился ударить его этим знаком и проиграть по дисквалификации. Потому что это мало что для него значило. Да уж, друзья. Очень жесткий поединок. Александр Набиев умеряет. Так, чтобы точно прилетел Акела в этот самый стол, удастся ли пересилить. Сопротивляется бывший чемпион NSW. Набиев тоже держится. Что придумает Акела? Ничего не придумает, к сожалению, встречный удар от Александра Набиева. Тот забирается на канат. Чоп от Акелы. Очень опасное сейчас положение. Кто же из рестлеров полетит в этот стол? На одного трансгендера больше! Не очень приятно приземляется Акела на канаты. Набиев при этом не перестает шутить. Ему все весело. Да это для него вообще, не знаю, он воспринимает все как шутку, похоже. Так, 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 я боюсь представить, что сейчас может произойти. Я не понимаю, честно говоря, кто тут в более выигрышной позиции. Вроде как Александр Набиев, хэдбат! Еще один! Все-таки упал Акела на стол, он разбивает своим телом этот самый стол. Я не знаю, может, ну, хватит уже, а? Может, закончим? Это какая-то жесть, друзья. Мне кажется, Акела уже не особо рад, что он все-таки согласился во всем этом деле участвовать, вписываться. Что ж, удержание. Нет! Акела вырывается. Мы знаем, что этот парень силен духом и никогда не сдается. И он продолжает бороться. Ну это невероятно, просто Набиев сам в шоке, какого черта, я его уже в стол запустил. Еще один жесткий удар стула по голове. Как небрежно, наотмашь Набиев бьет своего соперника, просто не щадит ни разу. Со стороны, если посмотришь и не будешь знать, кто такой Акела, можно подумать, что он все, уже отключился. Так, подожди, Набиев говорит, ну-ка, ударь меня! Да, Набиева, похоже, взбесило то, что Акела и как-то не использует никакие удары стульями, ничего. Ни разу ничего не использовал за весь матч. Да, Набиев тоже хочет почувствовать на себе вот эту жесткость. Так, так, ну что ты, давай, если уже сказал, бей меня, так не сопротивляйся. Сейчас Акела тебе даст стулом по башке. Ну давай, Акела. Ух ты. Не успевает Акела, к сожалению, ударить Александра стулом. Я знаю, что Акела крепкий парень, но сейчас даже я очень сильно переживаю за его состояние. Как он вообще вырывается? Как он еще в сознании? Да, на нем уже живого места нет. Я в шоке.
Так, ну все-таки давай. Давай, сейчас самое время. Акела со стулом, дай ему хорошенечко, ну! Да, я уже, конечно, не верю, что Акела может победить в этой схватке, но давай. Ударь хотя бы сейчас. Да почему? Зачем он это сделал, Руслан? Объясни мне. Почему он не хочет матч по экстремальным правилам? Не знаю, может быть, он не хотел идти на уступки Набиеву, ведь Набиев сам его просил ударить. И Акела не хочет играть по его правилам. Не знаю, это как-то, мягко говоря, нерационально. Все. Наконец-то закончился этот матч, я давно уже предлагал. Победитель матча по нокауту. Александр Набиев. Хватит, все. Акела потерял сознание, все, успокойте уже этого безумца. Оттащите его, пожалуйста, от Руслана, все. Акела включился. Какого хера? Вы ужас. Че все? Какого хера он это ударил? Друзья, ну я сам не понимаю, почему Акела не ударил. Как бы тут я солидарен с Набиевым. Ну потому что я тоже задаю этот вопрос. Да, друзья, такого в NSW я еще не видел. Все, матч закончился! Ударил его, сука! Трус! В голову! Но! Похоже, что Набиев на этом не успокоится, и история, судя по всему, еще продолжится. Очень интересно, как Акела после всего этого будет реагировать на все. Но это было мощно, друзья. Пожелаем здоровья Руслану и прощаемся на этом с вами. Встретимся на следующих матчах. До скорых встреч. Пока, друзья.